это Джихан Лошадь, Даша и какашка Миша. Я хочу сегодня попробовать непростое, тяжелое задание, честно вам говорю, потому что это огромная гора, и я хочу пешком дойти до самой вершины этой горы. Вот. Хочу я, конечно, не одна, потому что я приехала не одна. Хочу я с вот этой вот человек. А он не хочет, пойдешь? Вот. Не важно, что он говорит, потому что он пойдет. Все, мы пойдем. Ой, твой дурачок. Мы пойдем с тобой. Ты что, не понимаешь? Это интересно. Остановись. Все пошли, ты что? Прошла уже почти больше половины. Осталась еще целая куча, половина. Ну ничего, сейчас я с силами соберусь. Все нормально. И я верю в себя, я смогу. Я поднимусь. Вот. Уже больше половины прошла. Дышать не могу, жарко очень. Ну ничего, чуть-чуть. Я в себя верю. Все, поехали. Дальше идем. Кстати, уже Даша. В общем так, я одна. Сама лично только что покорила эту огромнейшую лестницу. Она очень огромная, очень длинная. Я сама, я молодец. Я еле дышу, потому что я устала. Но я сама, я смогла. Просто от самого начала до самого конца. Вот не слышишь? Наконец-то с нее спустилась. Обратно. Прикиньте. Ой, как. Вообще, просто красавица. Вообще, просто не, какая я молодец. Ну что ты, Джихан? Видите, какая я у вас крутая. Обязательно ставьте мне лайк, потому что я молодец, я старалась. Все. Зайди, понимаю.